Надо? Нет, не надо. Водка, водка не нужна. Или... Пулемет. Пулемет тебе надо еще надо, да? Надо поменять. Каска не нет. Погнали! Уфага, привет, Кузьма! Баньку и гнездышко! Уезжаем с речки Красоянская. У нас там летит среди кустов бешеным течением. Начался мелкий дождь. Ага. Такая есть поляна антистапеля. Здесь дежурят водители. Всегда, всегда кто-то есть. Едем отдыхать на базу. Следующая часть нашего путешествия. Едем на базу. Открывай. С верандой, баней. Так и будем, что ли, сидеть на одной ноге. Лужайкой и тому подобное. Говорят, будем отдыхать две ночи. И вытягивай ночи. 12 августа 2016. Ура! Ура! Начальника, начальника. Давай, начальника. Опачки. На одной ноге. На одной ноге. Ежему говори. Ты там вулкан везешь, ни хера себе. Не, Вась. Хорошо, это для помоев, а мусор вот мешок здесь вот. Это, конечно, помоем вот туда. В смысле, а? Здесь. Какой? Да? Нет. Нет, это же управление конечное. Давай его поверим. Вот тряпочки как да. Какой-нибудь для ракетки стола, не видите? Нет, здесь был мешок. А мы их оставили там, забыли. Где-то... Дураки. Не, он же сказал одно. Просто уже набросали все туда. Помой. Помой вот, наверное. Твердые отходы вот в этой конюшне так и нет. Одно слово хотел сказать, люди, тихо. Давай. А что, налил, что ли? Сейчас нальют. Сейчас нальют сначала. Ты нам ничего не налил. Ты видишь же. Так мы бьемся за то, чтобы мы не расслаблялись, как сегодня расслабился Мишка и Серега, а пошли печалки. Все, дом. Не будем расслабляться. Вот, звук появился. Ура! Жарко! Да. Отрепетировать. Да, следующая будет трапетизия. Что ты бледненький, брат? Что это? За что такое? Я не успел, да? А что это такое? Ты такой чистый весь, да? Я выпил или съел? Сначала тебя вчера как в бомбе, мы все, блин. Так, мы тут сегодня ночуем.
попробовать. Номер люкс. Какие у нас сегодня номера классные. Целая база в нашем распоряжении. Собачка. Охотничья. Да? Да? Да. Вчера тут было очень хорошо нам. Дровишки. Посмотрим, что у нас тут за банька. Да, что вчера был тут. Предбанничек. Камера начнет запотевать. Сейчас камера потеет, продолжим. Купили мы немножко лося. 5 килограмм и решили побаловать себя. Вот эту кучку мы пожарим и съедим. Стейки из лося. Стейки из лося было. Сейчас Мишаня тут замаринует. Ай. Зачем ты удивился? Да? Не, ну это мы жареные. Ай нравится. Да. Это мы будем делать бухлё. Мясо один к одному к воде. Нормально. Картошечки сварим. Это будет просто картошечка. Еще мунира будет. Пивка. Водочки. Начали готовить бухлёрчик из лося. Пока что варится мяско. Поставили чаёк. Такую технику я только по телевизору видел. Другая техника не ездит. Трехосный вездеход на шинах сверхнизкого давления, трекол. С автоподкачкой колес. Кто у нас внутри?
А чего он не хочет? Здесь мы сушим вещи свои. Офигенский амбар. Там стоит квадроцикл в конце. За 1400 рублей слиться от лица за двое суток. Там решили воспользоваться всей базой целиком. Амбаром, домиками, беседкой, баней. Что хотим, то и делаем. Баня второй день топится непрерывно. Сейчас мы делаем ужин. Живем в этих двух домиках. Трава, туалет там в конце. И все удобства. Красота. Лёпчик готов. Полагаю, усилить тезис о чуткости вашего руководства. А миски-то все? Опять картошка. Целый месяц живем эту картошку. Ай, не говори, ну надоело уже. Шина хочется. Так, это икра. Хоть бы хлеба принесли, что ли? Кто видел? Этим черпать нельзя. Сяо, да? Да, вот эти? Да. Вкусняшка. Дима ограбил больницу местную, Вертихокинскую. Пока она плывет. Наш медик. Раз. Половина лекарств съели, а еще вторая половина доедает. А потом Европа. Доесть осталось половину лекарств. А пока ты... Опа! Сильно молили, да? А потом твоя щука звонила, сказала, с икрой, да? Кольцо похода завершилось. Ура! 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 Мы проехали станцию Зиму и вернули станцию Зиму. Сегодня уезжаем. Поход завершен без единого трупа, как всегда.